познакомились с этим человеком? Кто он сам был? Написал. Где написал? Гриша, деньги ему куда перевернул? Ну как? Как-то чья? Тетя. Деньги на что потратил? Ну, на нужно на самом лекарство. Ты вину признаешь? Ну, что переводил меня, да. А сколько денег он вам перевел? Ну, около там 7. Около 7 тысяч? А подскажите, каким образом, он вам лично перевел, или вы представились человеком, которого не существует, или не существует? Ну, девушка. А где вы взяли фотографии девушки?